истигаса. Мы сказали, есть истиана, просьба о помощи, в общем, о любой помощи. Есть истиаза, просьба о помощи от чего-то плохого, прибегать к Аллаху Субханаху ва Тааля. Вот бывает ребенок, допустим, что-то плохое за ним, собака гонится или еще, и вот он ищет убежище, ищет, кому бы пойти, чтобы спрятаться, к родителю своему бежит. Вот так же раб истиаза бежит своему Господу. Видит, что шайтан настигает его, говорит, «Аузу билляхи мина шайтан раджиму, Аллах, к тебе прибегаю». Тебе прибегаю. Братья, знаете, вот это и есть таухид. Связывать сердце в первую очередь с Аллахом Субханаху ва Тааля. Когда однажды одного из праведных пришельников спросили, сказали, представьте, примерно смысл, сказали, представь, что, допустим, есть поле, и там пастух пасет овец, у которого собака есть. И ты никак не можешь пройти через это поле. Но тебе нужно пройти. Как ты будешь проходить, говорит, вот через этих собак? Кто-то может сказать, ну, быстрее надо побежать. Кто-то скажет, надо отбежать и так далее, и так далее. На что он ему сказал, а не легче ли попросить хозяина собаки удержать свою собаку? И все. Когда вы идете вот по этому пути поклонения Всевышнему Аллаху Субханаху ва Тааля, краю, да, на этом пути есть собаки, на этом пути есть какие-то препятствия. И самый главный противник это кто? Иблис, альхамдулиллях, брат Абу, только уже вас. Самое главное, это Иблис. Так не легче ли хозяина собаки попросить удержать свою собаку? Вот попросить Всевышнего Аллаха прибегать к нему, искать у Аллаха убежище вот от этого создания. Лянатуллахи алейхи. И сказать «Аузу билля». Но также есть что «Алистигаса». Что такое? Это тоже просьба о помощи, но в тяжелых ситуациях. «Из тастагисуна раббакум фастаджабалякум». Когда во время Бадра сподвижники обратились за помощью к Аллаху, но Аллах не сказал «Истастаинуна». «Истастагисуна». Потому что тяжелая ситуация была. Сколько было кафиров? Около тысячи. А мусульман? В три раза меньше, так ведь? Около 300. Однако воззвали они за помощью. Истигаса сделали. Вот этот вид поклонения великий. К Аллаху Субханаху ва Тааля. Фастаджаба ляхум. И Аллах ответил им, послал ангелов. Что как в некоторых риваятах приводится, даже многобожники шли. И просто у них головы куда-то в сторону улетали и все. Почему? Потому что Аллах Субханаху ва Тааля. Валя яляму джунуда раббик илляху. Никто не знает войска Всевышнего Аллаха, кроме него самого. Сколько оно и какое количество ангелов.